Понедельник в Самарской области облачно, местами пройдет небольшой дождь, плюс 12, плюс 14 градусов днем, ночью 1-3 выше 0, западный ветер 6-8, порывы до 17 метров в секунду. В Сызрани облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, в дневное время плюс 14, ночью 8 с плюсом, юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти тучи пройдет небольшой дождь, днем плюс 14, ночью 1 градус выше 0, западный ветер 7 метров в секунду. В Самаре переменная облачность, пройдет небольшой дождь, днем плюс 14, ночью плюс 2 градуса, западный ветер 7 метров в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.